а далеко-далеко. Ну, давайте о чем-нибудь хорошем. Хотите? Тут получается как? Вот она, видите, какая связь? Латинков. О нем прекрасное письмо, доброе, написал Алексейка. Вот. И тут же я нахожу это, думаю, вот, смотрите. Вот. Ну что, это же это, Алексей, это же ваши эти, ваш персик. Какая судьба? Не знаю. Хочу с вами устроить такой же телемост. Помните, как я устраивал телемост там? Несколько таких. Называл еще бенефис. С вами пора бенефис провести. Весь сад с фотографиями, с вашими этими комментариями. А я только записывать буду. Ну, где-то вот задам вопрос. А вот это пока. Я бы не стал, понимаете. Пришло вот это вот письмо. Письмо. От Кати, еще одна ваша землячка с Челябинска. Катя Карташова, наш с вами друг, потому что она ведет мой сайт. Алексейка подарил саженец, вот он. А он взял и зацвел на втором году жизни. Я всегда говорю, Алексейка еще один волшебник. Такие вот. А это вот Алексейка. Он из ничего. Если я это делаю в июле, а потом вот я взял, мне прислали фотографию, высылаю в июле с листьями. Листья нужны, хорошо приживается. Видишь, что люди получают? Я перестал это делать. Развел руками. Алексей говорит, присылай мне сухие. В смысле, не сухие, а зимние. Я выслал. Вот, пожалуйста, его работа. А ведь это шелковица. Ну. И это еще годы прошли, но у меня наверняка уже деревья настоящие. Видите, какая связь? Присылает Карташова мне вот это самое. Говорит, это от Алексейка. А подарок. А Латинкова Алексейке дарил. Участвую ли я в этих подарках? Это потом ниже узнаете. Вот, я тоже умею дарить. Ой. И вот, знаете, когда сейчас там это, я упомянул Николая Георгиевича, да? Вот. Я упомянул Латинкова, я упомянул Алексейка. Прекрасный сад подрастает из моих этих самых, в основном из моих косточек. Уже прививить научилась Карташова Катя, да? Вот. И получается так, что там уже целая, ну, тех ребят показывал на этом, выдающиеся садоводы. Всех, кого я показывал на фотографии. И вот вдруг рядом с моей статьей в этом, я читаю вот это. Я ничего плохого сказать не хочу, сразу скажу. Вот Уральский регион стал обладателем нового землестойкого абрикоса. Я должен поздравить. Селекционеры Уральского региона смогли получить новый сорт устойчивого к сильным морозам абрикоса. Он имеет ряд особенностей и преимуществ. Я это специалист Южно-Уральского НИИ садоводства. Смогли получить новый. Вот про них все. Когда-то этот институт создавал Мичурин. Видите? Я другое хочу понять. Понимаете, я недоверчивый человек. Так уж сложилось. Вот. Я вот сюда нажал, читаем. Нет, наверное, вот здесь. Читаем здесь. Итак. Повторяется слово в слово. Специалисты Южного Уральского НИИ могли получить новый, да? Вот. Я вот сюда нажал. Найти изображение в Яндексе. Пока они его получали. Внимание, смотрите, слева. Несколько государств имеют на него права. Как это получилось? И вот когда вот это вот я все посмотрел. Сейчас начну с анекдота. Внимание. Фруктовый аромат, интимная смазка для анального влагалища. Фруктовый аромат, фруктовый вкус, фруктовый аромат. Это нижние использовали. Эти же фотографии уже использовали. Для смазки влагалища. Ой, это нет. Анального. Так вот, смотрите. Я к чему говорю? А это уже, да. Украинцы. Эти самые. Кто у нас там южнее нас? Казахстанцы.
Каждый считает, что это его фотография. Ну, я вот когда посмотрел на эту фотографию, сколько претендентов, причем много южных, есть еще южнее. Абрикос Харгрант, видите, доставкой по России. Вот. Я не верю. Я имею право. Вот смотрите, в данном случае, может быть, железо, там, старческое брюзжание, как угодно. Я не верю. К тому же они его вывели из Манчжурца. Из Манчжурца вывезти любой. Возьмите у Железова или у этого Латинкова. И называйте сортом. Любой. Потому что они все облагорожены. Раз написали, что Манчжурец. Вот не верю. Я теперь выступаю как гражданин России. Я хочу знать, на что пошли мои деньги. Я всю жизнь платил налоги. Я приносил стране прибыль. В огромных, у меня есть много изобретений, в огромных деньгах. По советскому времени миллионы рублей приносил пользу России. Я хочу, вот это не работало. Я хочу знать, не как садовод или там этот самый, может быть, дутая величина, а просто как гражданин России. Покажите мне дерево, на котором они растут. Я маленько разбираюсь, я бы посмотрел. А не вот эту картинку, которую где-то кто-то из вас взял, готовя эту статью, слямзил. А вы знаете, сколько их? А вот это тоже она. Вот смотрите, это только вот. Я нажал вот тут, да? Ну, перед этим самым похожее. А вы знаете, сколько их тут? Она. Их еще добрая сотня. Это я уже следующую нажал, смотрите. Вот еще таких. И вот это все, мне не будет время терять. Это... Фотография принадлежит, это как сын полка. Никто не знает, кто отец. В каком государстве никто не знает. Зачем в этом НИИ присвоили эту фотографию? Ну ладно, до сих пор, ладно, там мошенники. Понятно. Привозят, что, сами не знают, что из-за рубежа. На верную смерть. Калеки раз. Полудохлые два. Южные сорта три. Все это погибает, я бы еще понимаю, заработать надо. А здесь что получается? Ну, если у вас она есть, покажите. Это я просто, я спрашиваю, как обыкновенно этот самый гражданин России. Вот и есть, пожалуйста, вот у нее автор есть. Он назвали его Уралец. Ну, фотографии-то, он, конечно, никогда нам не ответит. Меня смущает одна вещь. А, кстати. Ладно, не буду я уже на личности переходить. Основой для сорта стал манчжурский абрикос. Это значит скромное 20-30 грамм, раз манчжурский абрикос. Достаточно вкусный. У нас любой маякотчик уже готов, вот такой же будет. Причем разные, расцветка все разная. Вот вспомните это, Ваулина. Вот это мне навеяло.